твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Ты с нами сцену покорить сейчас и навсегда. На этой сцене Дина. Встречаем, друзья! Дорогие друзья, вот я бы хотела сказать, что 3 октября был день рождения Сергея Есенина, и я думаю, что каждый из нас очень любит творчество этого поэта, и хотела бы я посвятить сегодняшнее выступление памяти именно Сергея Есенина. Опавший. Вся в снегу береза, снова все как раньше, и все те же слезы. Говорил, не будешь больше молодым ты, и раздал всем душу, кровью весь залитый. Навсегда остался нежным и влюбленным, каждым русским сердцем в святость вознесенным. Выводил ты буквы своей чистой кровью, думал, что не будем мы печалить брови. Русь все так же плачет, ищет все спасение, ну а как иначе? Мы с тобой, Есенин. Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли печально пролетая уж не жалеют больше ни о ком. И журавли ушедших грезит конопляник.
И снова время ветром разметая, скребет их все в один ненужный ком. И скажут так, что роща золотая отговорила милым языком. И скажут так, что роща золотая отговорила милым языком.